прямом эфире 7 канала «Новости» в студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Украина подписала экономическую часть соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Церемония состоялась в Брюсселе. От Украины документ подписал президент Петр Порошенко, со стороны Евросоюза президент Совета Европы Герман Ван Рампей, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу и главы государства и правительств стран-членов ЕС. Теперь документ должны ратифицировать как в Украине, так и в странах ЕС. Политическую часть договора стороны подписали в марте. Человек смыло волной на пляже в Черноморке. Мини-цунами накрыло Одесское побережье вплоть до Ильичевска. Погибших и пропавших без вести не сообщается. Что произошло, выясняла наша съемочная группа. Я сидела, читала в шезлонге. Очнулась через секунду вот возле той горки и ударилась головой. Все, то есть это произошло, вот этот кружок, прыжок, я не знаю, как это назвать. То есть вас волной снесло? Волной, да. Волна в 3 метра была, представьте себе. Все, кто лежал, всех унесло в воду. Кто сюда выкидало, кто в море. Все пакеты, все вещи, все в море были. На пляже в Черноморке люди сушат одежду и ищут утерянные вещи. Водой смыло все, от пляжных тапочек до пенсионных удостоверений и ключей от квартир. Многие получили ушибы. На месте помощь им оказали экипажи скорой. Такие ссадины небольшие. Вот. Вот. Об камни посносило. Хорошо, что все остались живы, говорят люди. После того, как всех выловили из воды, отдыхающие начали строить версии относительно происхождения волны. Единственная причина может быть просто прийти с глубин поднятия сероводорода. Я так себе думаю. Других причин нету. Если еще сейчас проверить холодная вода, то это только говорит о том, что поднялся сероводород. Корабль был, вот когда ой, все там, произошло, там, да. Когда произошел вот этот хлопок, да. И поднялась волна. Работал, ну, примерно в 150-300, допустим, примерно метрах от берега работал, ну, как это машина? Не машина, корабль, который черпает песок. Вот, землесос, да. Ага. Вот когда он производил вот эти работы, и произошел вот этот хлопок, и появилась вот эта волна. После вот этого, как появилась волна, он снялся с якоря и ушел в Ильичевский порт. Официальной информации о причинах волны нет. Лишь спасатели прокомментировали по факту. Говорят, будет вестись проверка. По данным областного управления здравоохранения, пострадал один ребенок 2010 года рождения. Он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу с ушибами. Тем временем некоторые отдыхающие вооружились масками и трубками и продолжили поиски пропавших вещей. В Одесском оперном сегодня поощрили самых успешных одесситов. Правительственные награды вручали по случаю Дня Конституции. Все прошло помпезно и громко в переполненном театре с гимном, цветами и гала-концертом. Целый ряд в зале заняли первые лица города и области. Здесь руководители госслужб, благотворительных фондов, политики, меценаты и представители духовенства. Почетные грамоты премьер-министра Украины от имени Кабмина вручает председателю облгосадминистрации Игорь Палеца. В успешной двадцатке больше всего силовиков. Одеса – місто-герой, і Одеса, власне, ніколи не буде якоюсь такою маріонеткою в лапах якогось карлика недолугого, який там має якісь амбіції геополітичні свої. Ну, от, власне, починаючи від малого і закінчуючи старим, це все відзнака для цих людей, які захищали Одесу. Каждый, кто поднялся на сцену оперного, был признан лучшим в своем деле. То, что их отметили именно в преддверии Дня Конституции, не случайно, ведь именно для этого предполагается главный закон страны – дать возможность каждому гражданину право на самореализацию. Выпустились из Академии и отправились защищать Родину. Сегодня в Одессе на плацу военной академии получали свои звезды лейтенанты флота и армии. Первые погоны получили 135, теперь уже офицеров. Это выпускники самого Одесского вуза и переведенные Академией военно-морских сил имени Павла Нахимова из Севастополя. Они по традиции бросают в воздух монеты. Учеба окончена. Сегодня здесь на плацу в парадной форме 135 офицеров. Разведчики, моряки, десантники, специалисты вооружения уже через несколько дней отправятся служить. И вот прощание с флагом и присяга. Будьте патриотами своей державы. Ставите безпеку и добробут украинского народа выше власных интересов.
Посмотреть на своих лейтенантов пришли родители. Пожалуй, они здесь и самые гордые. Учился, учился. Він дуже хотів. Поступав, поступив. Як кажуть, сам по себе ми прості люди. Він ще з 7 класу в мене хотів йти на військову. Переживання, ну я думаю, буде все. Може, дай Бог, все налагодиться. Так сложилась ситуація в країні. Він офіцер. Це його служба. Він обов'язан. Я думаю, що він достойно виконує свою честь. А ми будемо його чекати. Я думаю, все буде добре. Сын Светланы Поляковой – потомственный военный. Он из тех самых легендарных нахимовцев. Совсем недавно вроде бы приехал в Одессу учиться, их передислоцировали из Севастополя, а уже пора служить. Звичайно, було хвилювання, але я обрав свій шлях і тому йшов вже до кінця. Тому що приймав присягу один раз і на все життя. Нахимовец Дмитрий Руднев тоже отправился служить на флагман «Гетьман Сагайдачный», командиром гидроакустической группы. Кстати, он еще и с золотой медалью. Из всего выпуска таких отличников всего 2. Настрій дуже добрий, тому що 5 тяжких років вже позаду. Тепер тільки служити на благо України і українського народу. Ребят также поздравили ветераны-подводники, они вручили офицерам медали в честь столетия Маринеска. Ну а после выпуска лейтенанты почти сразу отправятся на службу. В Одессе скрипка в неформальной обстановке без всякого повода. В пятницу лидер рок-группы ВВ Олег Скрипка встретился с поклонниками в Украинском доме культуры. Олег Скрипка поделился с одесситами своим отношением к событиям в Украине, планами по подготовке к предстоящему фестивалю «Украина мрей» и настоящей живой музыкой. На встрече побывала Юлия Федорова. Встреча с легендарным рок-музыкантом прошла в Украинском центре культуры. Сам Олег Скрипка признается, Одесса – один из его любимых городов. Добрая половина всех его выступлений в Украине не случайно приходится именно на наш город. Раньше, до войны, мы играли 2/3 концертов в России, 1/3 концертов мы играли в Украине, и из них, с этой 1/3, половина концертов – это было в Одессе. Це говорить про те, що Одеса любить музику, а і Б любить українську музику. В последнее время його часто критикують за нейтральну позицію во время Майдана, відсутствие концертів в підтримку активістів протесту. Тим не менее, на своєму собственному фестивалі искусств «Країна мрій» музикант устраивает масштабную фотоекспозицію з Майдана і виставку артефактів революції. Фестиваль начнеться в Києві уже через неделю. Сьогодні всі мислі музиканта именно об этом. Буде сцени різних, дитячих, дорослих, кобзарських, рок, етніка, автентична, різні. Що означає, зробимо «Країну мрій» разом, це кожна людина може нам запропонувати свою якусь активність, свою тематику, свою сцену, і вона своїм коштом, своїми зусиллями у нас робить на фестивалі. Розговори о політиці Олег Скрипка старався всячески обойти. Розказав лише о том, що робить все можливе, щоб зібрати средства для людей, пострадавших от столкновений на востоке страны. Українське посольство нарешті об'єдналося з українською громадою в Ізраїлі. Ізраїльський уряд об'єднався, російські організатори об'єдналися, вони звернулися до нас, ми приєдналися, ми зробили подію, просто концерт ВВ, зібрали кошти, і ці кошти пішли для поранених там в Луганську, Слов'янську. Ітогом всього стала музика. Одесити притащили на встречу музикальні інструменти. Така предприємчивість застала рокера врасплох. Все завершилось імпровізованим концертом по заявкам. Ще поки не запізно, зробити нам зупинку, кондукторе на тисні на гальма, кондукторе на тисні на гальма. Юлія Федорова, Валентин Мірза, 7 канал. При Одесской облгосадминистрации создан единый областной координационный центр по проблемам переселенцев. Его задача – объединить работу общественных организаций, фондов и волонтеров для помощи людям, переехавшим из Крыма и Востока Украины, а также создать единую базу вынужденных переселенцев. Кто находится, где находится, кому оказана помощь, сколько этой помощи оказано, и есть ли у кого-то документы, нет документов, какие еще необходимые, как минимум, там одежда, обувь, продукты питания. Все это должно быть единое, создаться в одной базе, и тогда мы сможем, как одесситы, влиять на ситуацию.
Организаторы центра уже предоставляют юридическую, психологическую и финансовую помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Остро стоит вопрос сбора средств для санаториев и баз отдыха, принявших людей, но не имеющих достаточного государственного финансирования. Работа проводится не только на областном, но и на государственном уровне. Вчера было зачитано обращение к Арсению Петровичу Яценюку, премьер-министру Украины, с несколькими просьбами, в том числе и о снятии разблокировки счетов людей, карточек, особенно социально незащищенных слоев населения с Восточной Украины. Также мы просим о том, чтобы тот закон, который был принят о переселенцах, он был принят президентом и уже вступил в силу. Координационный центр расположен по адресу улицы Канатная, 83, кабинет номер 208. Телефон вы видите на экране. Найти информацию о его работе также можно в социальных сетях и на Одесском форуме, где вопросам помощи переселенцам посвящен специальный раздел. Проблемы на полях. В Одессе ведут бизнес более 1000 крупных сельхозпредприятий, более 7000 фермерских хозяйств. Сейчас агропромышленную отрасль хотят усовершенствовать. Правда, комплекс мер по модернизации пока не разработали. Зато на последнем совещании призвали районные администрации защитить сельское хозяйство. Нельзя быть сторонними наблюдателями, когда под видом убыточности уничтожаются фермы, а с ними рабочие места. Нельзя быть сторонним, опять же, наблюдателем, когда идет кивание, якобы, что хозяева находятся далеко, а предприятие или задерживает выплаты по заработной плате, или занижает выплату арендной платы и, опять же, уничтожает животноводство. Все собственники, которые заходили в район, они обязательно приходили и брали какие-то обязательства. Неоднозначное отношение к европейским холдингам, которые хотят прийти на Одесские поля якобы с огромными инвестициями. У директора агрофирмы «Прогресс» говорит, не все так гладко, как рассказывали, а люди остались ни с чем. Давайте вернемся 5 років назад або 8 років назад, як заходили холдинги итальянские и подобные, то теперь в селах видно. Видно не только в селах, а видно и на полях. Чому на полях? Потому що вони через рік сіяли ріпаки, і сьогодні там пшеничка така єлі-єлі виглядає. Можете приїхати в Балтський район, я вам покажу, як робили холдинги з великими інвестиціями. А в селі люди одразу це відчули. Нема пікарні, нема олійні, нема автобусної остановки, школа боком стоїть. Поки же Одеса підійшла до збору зернових і колоскових. Це найвідповідальніший період. В Одессу на внешнее независимое оценивание специально приедут абитуриенты из восточных регионов Украины. Пока зарегистрировалось 560 человек. 359 из Донецкой области, 201 из Луганской и 6 из Крыма. Это будет дополнительная сессия, а вот основная завершилась только сегодня. Результаты точно так же, как и в основную сессию, они будут получать на свои персональные странички, поэтому им находиться здесь нужно только во время непосредственно проведения внешнего оценивания. Как только они сдали все свои предметы, они могут спокойно уже отправляться, скажем, или домой, или в места, куда они себя планировали поступать. Сессия пройдет с 1 по 15 июля. Специально для нее откроют два пункта в Одессе на базе двух лицеев. Начнут с географии. Ребятам, приехавшим из восточных регионов, также предоставят жилье. Уже готовы места в общежитиях 5 одесских вузов. Заезд мы ожидаем ребят где-то вот начиная 29-30 июня. Здесь у нас в региональном центре будет установлено круглосуточное дежурство. Те, кто приезжает вот с восточных областей, мы рекомендуем непосредственно обращаться к нам на Королева 26. Здесь будет находиться представитель того вуза, в общежитие которого будет в этот день идти поселение. В центре надеются, что абитуриенты с востока Украины намерены поступать как раз таки в одесские вузы. Единственное, что гарантировать не смогут, это того, что зарегистрированные ребята действительно приедут на тестирование. Об их количестве можно будет говорить лишь после 1 июля. К фестивалям в Одессе решил присоединиться и зоопарк. Маленьких и больших любителей животных ждут веселые развлечения и сюрпризы. Пофестивалить планирует и Саша Кац. Ему слово. В рамках фестиваля фестивалей гостей зоопарка ждут конкурсы, игры, шоу-постановки и, конечно же, призы. Детям можно будет делать все – рисовать на асфальте, танцевать и петь, при этом еще и получая подарки.
Первый день будет посвящен самым маленьким питомцам зоопарка. В день малышей посетители смогут предложить свои варианты имен для новорожденных, а сотрудники зоопарка выступят в роли жюри и выберут лучшие на всю жизнь. В таком большом мероприятии у нас 3 фестивальных дня, 28, 29, 30 июня. И мы тут запланировали очень интересные такие вещи в рамках этого мероприятия. Второй день фестиваля будет музыкальным. Все желающие смогут спеть свои любимые песни о животных в караоке и поучаствовать в других музыкальных конкурсах. Закрывает праздничные дни фотоконкурс на звериную тематику, победитель которого будет торжественно объявлен и вознагражден. Все 3 дня будут сопровождаться концертной программой, в которой будут участвовать известные персонажи мультфильмов и животные зоопарка. Приглашаю приходить в зоопарк, у нас будет очень интересно. Особенно, конечно, это интересно для детей. Но взрослым тоже у нас очень не скучно. А чтобы все успели посетить фестивальные дни, зоопарк перешел на летний режим работы. Теперь гулять по зоопарку можно с 9 утра до 9 вечера. И дети этим уже активно пользуются. Каких животных? Ну, мы видели верблюдов, волов, тигров, львов, сов. Было очень интересно. А ты кормила кого-то? Мы кормили верблюдов, всех животных. Чем? Морковкой. Они очень любят морковку, потому что она очень сладкая. Саша Кац, Сергей Чумаков, 7 канал. Уютный дворик арт-гостиницы Одесского лингвистического центра вновь радует одесситов традиционно уличная ярмарка искусств. Организаторы посвятили ежемесячную выставку ярмарку нашему любимому Черному морю. Однако море на полотнах художников фиолетовое, малиновое, желтое, зеленое, но не черное. Отсюда и название «Не черное море». В этот раз тема «Не черное море», поскольку нам показалось, что в июне наше Черное море, восприятие нашего моря, оно абсолютно лишено каких-то темных красок. Традиционно на ярмарке, кроме картин на морскую тематику, уютно расположились авторские коллажи, авторские куклы и украшения. Все это можно посмотреть, потрогать и приобрести. Выставка представляет авторов уже хорошо известных в Одессе, а также дает возможность развиваться и начинающим. В идеале хотелось бы, конечно, больше привлекать молодых, которые еще не делают своих выставок. Как-то о них еще не пишут. Экспозиция проходит в стиле между собойчик в мастерской, что наполняет одесский дворик уютной и непринужденной атмосферой. Гости могут посидеть в тени, попить чаю и просто поболтать с художниками о жизни. Ярмарка искусств будет открыта для всех желающих с пятницы по воскресенье. Таким был этот день. Оставайтесь с нами и непременно будете в курсе всех событий. Счастливо!